Девчонки, всем огромнейший привет! Сегодня видео о косметических новинках. И начну я вот с такого увлажняющего крема, который обогащен гиалуроновой кислотой и SPF 50. Это французская профессиональная косметика на основе пептидов, бренд Фитосил. И чем мне понравился этот продукт, так это тем, что он защищает кожу от негативного воздействия солнечных излучений, а летом это особенно актуально, защищает кожу от фотостарения и влияет на качество и тургор кожи. Очень удобная упаковочка, большой объем 50 мл, есть удобный дозатор, который выдает небольшое количество средства. И самое главное, у него очень приятная, нежная и легкая текстура. Большинство аналогичных продуктов с высоким содержанием SPF имеют такую маслянистую, тяжелую текстуру и на коже, как правило, оставляют белесый налет, который не так-то просто пропадает, да? А здесь смотрите, как все это красиво, никакого белесого оттенка нету, полностью крем впитывается, впитывается он быстро и также подойдет для проблемной кожи, потому что он не комедогенный, не закупоривает поры, не вызывает никаких воспалений, не провоцирует появление прыщиков и также подходит в качестве базы под макияж. Очень приятно пахнет. Кожа с ним в течение дня не жирнится, чувствует себя превосходно. И я заметила, что этот крем очень классно увлажняет, классно питает и придает эластичность и тонус. Ни одного минуса я для себя не нашла. Здесь также на обратной стороне упаковочки есть описание на русском языке. Приобрести такой крем можно в интернет-магазине профессиональной косметики, который называется NanoFito. Это эксклюзивный дистрибьютор бренда. Ссылочку я, конечно, оставлю для вас в инфобоксе. Тем, кому интересно, проходите, смотрите, знакомьтесь с магазином. Но у них много довольно интересных продуктов. И, в частности, есть вот такой замечательный крем. Следующее, о чем хотела бы рассказать, это сыворотки от Hello Beauty. Наверняка вы уже встречали отзывы и в Instagram, и на сайте iRecommend. Эти сыворотки сейчас пользуются популярностью. Давайте начнем разбор вот с такой сыворотки от мимических морщин. Содержит пептиды змеиного яда, сокращает гусиные лапки и морщины на лбу. Первое, что мне очень понравилось, это, конечно же, оформление. Оно яркое, красочное, такое современное. Также у сывороток довольно неплохой состав. Давайте я вам покажу на примере. И можно также почитать описание. Эта сыворотка на 99% состоит из натуральных и эко-сертифицированных компонентов. Производятся эти сыворотки у нас в России, но под контролем Hello Beauty Asia, Южная Корея. И также хочу показать, как выглядит сама сыворотка. Очень маленький объем, всего лишь 10 мл. И, конечно, расход получается экономичный, но все равно 10 мл хватит ненадолго. Ну вот в качестве такого знакомства, для того, чтобы попробовать что-то новенькое, я бы вам могла порекомендовать присмотреться. Продаются они на Pudra.ru, ссылочка тоже будет на каждую сыворотку отдельно в инфобоксе. Что мне еще понравилось, это удобная пипетка, это приятная текстура, сыворотки не липкие. Они не создают какой-то пленочки на коже, впитываются. И также не обладают какими-то комедогенными свойствами, то есть не провоцирует появление высыпаний на лице. Если говорить про эту сыворотку от мимических морщин, у меня, конечно, морщин нету, возраст еще не тот, но в целом я отметила, что эта сыворотка неплохо увлажняет личико, возможно, работает в качестве профилактики появления возрастных изменений на коже. Но не знаю, подойдет ли она именно для зрелой кожи. Но в целом приятная, я могу вам ее порекомендовать в качестве профилактики. Следующая сыворотка – это сыворотка, которая предназначена для 3D увлажнения. Она содержит комплекс кислот и увлажняет кожу как на поверхности, так и в глубоких слоях. Давайте также почитаем ее описание, очень интересно. Тоже мы видим состав.
Сама сыворотка имеет точно такой же формат, как и предыдущая, тоже 10 мл. И по текстуре она схожа с сывороткой против мимических морщин, даже обладает таким же еле уловимым ароматом. Увлажняет она и правда очень круто. Она справляется с сухостью, и такую сыворотку я бы могла посоветовать для нормальной кожи и для кожи, которая нуждается в интенсивном питании и увлажнении. Я использую именно эту сыворотку вечером за 1,5 часа до сна, и на утро кожа действительно такая напитанная и очень упругая. Следующая сыворотка, которая мне безумно понравилась, наверное, понравилась она мне больше всего, это сыворотка перед макияжем. Содержит красную водоросль, подготавливает и защищает кожу. Вот ее тюбик. Эта сыворотка и правда подходит в качестве базы под макияж. Буквально наносится за минуту, за две перед нанесением тонального крема. Она моментально впитывается, и, как мне кажется, она разглаживает немного текстуру кожи, то есть она скрывает небольшие заломы, выравнивает поры, они становятся не такими заметными, она их сглаживает. И в целом вот эту сыворотку я могу использовать и под вот этот крем от Vitasil. Они у меня вдвоем сдружились, не конфликтуют. Приятная штучка, если вы любите макияж в качестве праймера, присмотритесь, потому что это не только праймер, но это еще и уход, который дополнительно кожу насыщает полезными микроэлементами, позволяет ей оставаться дольше молодой, здоровой и красивой. И последняя сыворотка. Это сыворотка матирующая, королевская сахарная ламинария. Также здесь содержится вся необходимая информация. И вот он сам пузыречек с сывороткой. Оформление, конечно, приятное, мне оно понравилось. Вот эта сыворотка классно подойдет тем, у кого кожа проблемная, кто страдает от жирного блеска в Т-зоне. У меня иногда бывает такая проблема, поэтому на лето вот эта сыворотка мне тоже необходима. В целом, как я уже сказала, она немного похожа по своей текстуре на вот этих подружек-милашек. Она у них примерно одинаковая. И тоже не оставляет ни липкости, ни пленочки, не утяжеляет кожу. Можно использовать ее под крем, можно использовать соло, если кожа супер жирная, то она будет сглаживать вот это избыточное выделение кожного сала, будет придавать баланс, и в целом кожа будет более здоровой. А за счет того, что жирный блеск не будет появляться, вот это излишнее выделение, то и не будут появляться прыщики и черные точки. Вот лично мое мнение, мне сыворотки понравились, я могу вам их посоветовать, и все ссылки будут, как я уже сказала, в инфобоксе. Я надеюсь, мое видео вам понравилось, оставляйте комментарии, пробовали что-то из этого, может быть, что-то хотели бы попробовать, я буду счастлива пообщаться, ну и не забывайте подписываться на мой канал, будем с вами дружить и увидимся совсем скоро, пока-пока!